Сфера сервісу як культурний проект. Установи едукації Могильова у год культури розпочали поглибленную підготовку навученців до праці з клієнтами. По меркуванню наставників, сфера обслуговування нярідко з'являється справжньою візитовкою міста. Тому її удосконаленні нема межів. Стіплий справоздача по важній справі, методиці приготування солодкостей для навученців коледжа – справжній іспит. Від їх таленту і спрактикованості зараз у будучому залежить то, чи сподобається їх кулінарія потенційним клієнтам. Не обов'язково приготувати вкусно і все. Цього недостатньо, тому що конкуренція велика, тому потрібно, во-первых, в першу чергу, подача має бути красивою. Составлене меню вже починається з того, що ми меню оформляємо красиво. Цікаво, що вчитися кухарському майстерству на практиці юнаки пішли метанокерами. Многие из них лишат, что это в будущем может дать перевагу над коллегами. Те, кто пришел после школы сразу на высшее образование, вот что они делают? Они им больше сидят за партой и пишут. А у нас мы же понимаем, как и что делать с работой, а не то, что законспектировали. Конечно, мы, может быть, будем понимать, когда пишем что-то, но это не то. У колледжа, окромя кухара, рыхтуют официантов, продавцов и кассиров. На учебные вытворшие практики они доведываются сокрыты сервировки, мерчендайзингу и работы с клиентами. Культура обслуговывания, упевнены наставники, самая складанная и важная дисциплина. Я всегда на своих уроках говорю, что от того, как придет к вам покупатель, зависит дальнейшее, придет он к вам в магазин в следующий раз или нет. Эта профессия всегда нравилась с детства, и я хотела именно поступить сюда. И после окончания 11 классов я целенаправленно шла поступать в торговый колледж. И в дальнейшем я тоже хочу поступить сюда же, на вторую ступень, на товароведа. Сегодня 16 колледжей и лицеев областного подпорядкования допомагают молоди найти первую профессию. 5 из них рыхтуют специалистов для сферы сервиса. Седа Каспарова, Василий Лосянко, Новин Регион.